Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель переехала жить в Рязанскую область. Как сообщает российское издание «Вид сбоку», бывшая чиновница сняла дом в деревне Петрушево. Отмечается, что она уехала из Австрии из-за угрозы обвинений в связях с Россией. Однако эти обвинения не безосновательны. В 2018 году бывший министр отличилась тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным. А в 2020 году Кнайсель стала членом совета директоров Роснефти и занимала этот пост до мая 2022 года. Издание сообщает, что экс-чиновница не уверена насчет своего дальнейшего будущего в России. Она отметила, что ей было непросто приехать в Рязанскую область, но она старается найти свой путь, хотя это нелегко. Карин Кнайсель возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год.